Кто-то часто рассматривал эту фотографию. Ее постоянно складывали и раскладывали. Он не вернулся домой. Этот остров забрал слишком много жизней. Это лопух. В Канпо он служит противовоспалительным средством. Я не знаю, с чего начать, поэтому без долгих предисловий скажу прямо. Алиша – твоя дочь. Не знаю, может, ты уже давно догадывался об этом, но теперь я снова в команде Endurance, и поэтому больше не могу скрывать от тебя правду. Постарайся понять, никто не собирался изолировать вас друг от друга. Но я же прекрасно знаю, чем ты живешь и дышишь, Рот. Сидеть на одном месте и растить детей – это не для тебя. Может, я была неправа. Может, стоило обсудить все с тобой, но... Поверь, я сделала это ради тебя, посчитав, что так будет лучше. Если хочешь, давай после экспедиции все обсудим и решим, как нам быть дальше. А пока хорошенько все обдумай. Ладно?
Помогите! Американцы никогда бы тут это не бросили. Не думаю, что кто-нибудь из них остался в живых. Сегодня я Хоси, дочь Хиры и Кокора. Завтра же стану Хоси, дочерью Солнца. Императрица сделала свой выбор и отдала приказ. И меня уже облачили в подобающее одеяние. Любая деревенская девушка втайне мечтает о такой чести. Мать безутешно рыдает, а отец весь светится от гордости. Я никогда не видела его таким счастливым. Оказанная мне честь вознесет мою семью на вершину общества Яматая. Мы никогда больше ни в чем не будем нуждаться. И, может быть, когда-нибудь императрица даже назначит меня своей преемницей. И все же сердце мое неспокойно. Сначала я думала, что это всего лишь волнение. Но тревога не покидает меня. Нет, я ни за что не откажусь от своей участи. Это навлечет беды на мою семью. Но, должна признаться, императрица меня пугает.
Пришло время покинуть этот проклятый остров. Довольно с меня, Яматая. Трудно объяснить словами природу власти императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Все мои намерения были известны императрице с той минуты, как только моя нога ступила на ее землю. Она манипулировала мной, играла со мной. Она уже все знала. Если мне не суждено выбраться отсюда, я должен хотя бы предупредить своего господина. Ему необходимо любой ценой избегать Яматая. Если нам потребуется пройти здешними морскими путями, следует соглашаться на любую объявленную пошлину. Но ни в коем случае не идти против императрицы Солнца. Это приведет лишь к гибели. О другом виденном здесь, об этих мрачных кошмарах, лучше об этом не знать никому.
когда-то это было частью Яматая. Это была часть большого комплекса.
надо туда добраться. Эй, Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Эти развалины еще до курганного периода. Паломничество. Императрица Пимика.
мне слишком много неприятностей. Но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Они хранители Они! Чимазуры я деру! Что здесь происходит? Надеюсь, не совсем заржавело. Они ищут меня. Ненавижу гробницы. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Это действительно ты? Вернее, твои останки. Невероятно.
Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Манта! Черт, нет! Взять ее! Убью! Они здесь!